Сейчас мы поколдуем, а вы мне поможете? Да, нам же надо, чтобы Дед Мороз пришел зиму. Я пермский звериный я стиль понял. Снимаю. Я тебе принесу, у меня там ты всякие. Ты чё, дед? Это оригинал, да? Да, серебро, сережки у меня там на жемчуге. Самое главное, что вот это вот оригинал. Ой, я на камне пермский покупала. Звериный стиль. Похож я на какого-то индейца. А вот севастопольский звериный стиль. Это графики Вадима. Я тебе принесу, если тебе интересно, Новиков. Ты художник. Вот эту птичку он на конверты делал. Там, кстати, внутри надпись есть вот здесь. Кто у кого хорошее это, зрение, наверное, скифы, прочитайте. Да? Это скифы, да? Это скифы из Союза художников местные. Ну, скифы, да? Нет, это графики. Стиль. Это шпарит графики. Это графика. Простая графика. Что там написано про птицу? А у нас сакральные изображения. Слышишь? Что-то там про птицу. У нас ханты-манси ведь культура идет. Манси офигенные. Да. Можно еще раз? Шаманы там. Манси очень обалденные.